На площади Республики в Париже около 300 человек провели акцию протеста против проведения Олимпийских игр. Митинг был организован группой из более чем 80 экоактивистов и представителей правозащитных организаций. Держа в руках плакаты, они требовали бойкотировать Олимпийские игры 2024 из-за их дороговизны и их проведения. По словам участников акции, Олимпиада потребовала огромных средств только для того, чтобы показать красивую картинку туристам. Протестующие осудили рост цен на общественный транспорт, а также воздействие на окружающую среду.